Йоу, всем салам, всем привет, с вами я Декс, и хочу показать в этом видосике ультра мега супер халяву. Это обалденно, потому что вы сможете себе это все забрать, вам понадобится только всего лишь какой-нибудь твинк или какой-нибудь ботик. Начинаем, все нажимайте на лайк, обязательно подписывайтесь и комментируйте видео и оставляйте свой айдишник. Есть у нас здесь объявление, и здесь у нас есть осенний календарь, заходим сюда, что мы здесь видим? Посоветуй другу. У тебя так много друзей, что еще не играют во Free Fire, пора это изменить. Получается, заходим сюда, что здесь есть. Мы зовем своего другана играть, он создает аккаунт, вы просто вводите сюда свой айдишник и ему приглашаете. То есть, смотрите, я не могу позвать какого-нибудь там челика, у которого больше 5-го левел, понимаете? То есть, нужен, скорее всего, или нулевый аккаунт, или от 5 левела. Но, скорее всего, лучше нулевый вообще. То есть вы создаете, да, нулевый. 100% нулевый, да, видимо. Создаете аккаунт себе. Получается, копируете оттуда айдишник. Вставляете этот айдишник вот сюда. У меня, к сожалению, в принципе, нету. Да, друзей нету. У меня нету друзей. Вот, ботов. И, в принципе, я не могу тут писать что-то. Кстати, если у вас есть аккаунт нулевый, давайте так, кидайте его, в принципе, в комменты. Если у вас есть какой-нибудь нулевый аккаунт, там, первый левел, допустим, да, кидайте его сюда в комменты. Может быть, кто-то из вас, там, люди воспользуются и сюда ведут. Вот. Что мы получим взамен? Мы получаем купончик, получаем золото, купончик и карточка комната. То есть чисто за то, что он будет играть, вы получаете себе халяву. Мне кажется, это вообще имба. И я так понимаю, что здесь один человек, да, скорее всего, можно будет позвать. Вот, вы обязательно пишите свой, в принципе, айдишник. Я не могу здесь кого-то найти. Давайте попробуем с мирового чата найти бота. Вот. Какой у него левел? Сейчас посмотрим. Прикиньте, вот так вот. Слушай, а если это лайфхак жесткий? Найти какого-нибудь бота, да, вообще жесткого бота. У него, короче, и его записать к себе. Но он должен, конечно, принять. Понимаете, там прикол в том, что нужно принять эту заявочку. Поэтому или создавайте сами. И в себе, в принципе, так прокачивайте. И получайте комнату, если вы это, естественно, хотите. Вот. И также еще бонус, если что. У меня в гильдии два места доступно. Самая обалденная, самая лучшая гильдия. Заходите к нам. Мы почти заходим в топ-100. Поэтому нам нужны самые активные люди. Вот мы в топе 14 места. Самые активные, пишите мне в ЛСВК, хэштег ВГИ. И заходите к нам. Там женский пол, мужской пол. Естественно, можно будет еще и девушкам заходить, если там статистика похуже. Но вам тоже можно будет зайти. Главное, это актив в самой игре, понимаете? Дальше. Наконец-то я нашел этот регион. Это вообще столько искать, это жесть. Короче, нам должны добавить вот такую вот топовую катану. Посмотрите, здесь видно, как дракончики, да, красный и белый дракончик переливается. Вот так она выглядит. Довольно-таки такой нормальный, да, катана, смотрите. Называется волчья катана. Здесь еще у нас есть вот такая катана, буях, ну это фигня. 9 алмазов! Ну чё, вот что можно купить на 9 алмазов? Окей. Вот он. Это должны добавить нам. Получается, когда будет у нас по ФВС, скорее всего, появление вот такое вот. Смотрите, да? Ну, имба. Оп-оп. Ну, красиво. И сам скаджет. Вот такой вот. Просто детализированный жесть, да? Смотрите. Ну, правда, морда какая-то у него такая себе. А так он красиво выглядит, смотрите, да? Прикольно, да? Шевелит, смотрите, да? Ну, блин. Нормально, да, соль делать? Нормально. Так, что это еще интересненькое? А здесь нету ничего интересненького уже. Вот, я, в принципе, самое такое важное вам показал. Здесь больше ничего такого нету. Через 17 часов будет новый золотой, кстати. О, блин. В общем, это так. Поэтому вы обязательно выполняйте задания, которые, типа, вот, друзья позвать. Если, конечно, хотите получить халяву все это. Просто я должен был вам об этом рассказать по-любому. Чтобы, если кому-то нужна халява, то вот. Кстати, смотрите. Здесь показано то, что должно у нас тоже быть. Смотрите, здесь у нас должна быть, получается, по-любому хешка в честь ФФВС, да? Смотрите, вот ФФ, World Series 2022. Здесь у нас
костюм должен быть, опять бесплатно какой-то на девушку будет. Дальше это дракончик у нас будет, питомец новый, скин и рюкзак. Вот он, легендарный наборчик, вот он. Он меняет цвета, как можно заметить, красный, фиолетовый и желтый. И, в принципе, здесь должна быть эволюция. Дальше тачка, смена ника. Здесь вот это дракон опять. Здесь это, видимо, халява, да, бесплатно. И 120 минут получи эмоцию? Походу, да? Офигеть. Если так, то это вообще жесть. Может, прикиньте, нам такое тоже добавить, я вообще офигею тогда. Ну и вот, здесь, в принципе, легендарный наборчик, как все будет выглядеть. Уже в обновлении, вот, уже завтра, вот. Поэтому, если что, ждите все обнову. Вот, и, конечно, подписывайтесь на канал. Смотрите, да? Новый наборчик, да, видимо? Какой-нибудь там торсик. Все, всем спасибо за видос. Надеюсь, вам было интересно. Увидимся.